to cross it. That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Толстуха небесный. It's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Не? Help! Oh God, it's an emergency! Oh really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes. Holy moly! I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. По 30 лет или по 3, я забыл. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Так, я не туда повернул. Да, если бы графика была не мультяшной, виды бы, наверное, были здоровскими. Но зато развивает воображение. Впрочем, и общение с теткой по рации развивает воображение. Я представляю себе такую, знаете, Джиллиан Андерсон. Кто смотрел третью серию комедийную, какой там горячий момент был, когда она расстегнула блузку. О, такая милфа. Жаль, я слишком стар, чтобы фапать на это. Мне нужно что-то погорячее. Например, стримы Вилав Геймса. Извините. Блин, нифига. Стоп! Я правильно понял, что я взял припасы другой вышки? Блин, инвентарь. Да, хрен с ним. Перебьют. I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Кто-то умрет от голода. Ай, ладно, ничего страшного. Hey, продристался пока что. Ну вообще, я. Because remember, it was for a lot of people, like five. I'm hungry. So you did. I gotta go. Я английского не знал, у меня есть оправдание. Я просто хватал все, что видел. Ё-моё. Это вообще-то совсем не весело. Ты так спокойно? I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Я бы назвал этот пожар Hot Kinky Joe, потому что он красный, большой, как ее пролапс, и тут есть слово hot. Но тут есть выбор. Большой. Назовем в честь тебя. Delilah's a nice name. No, you big dummy. I was kidding. No, you were not. You're sweet, but we can't call it the Delilah Fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June Fire, even though it's July. I like it. Это игра слов, кто не понял, типа English, английский в скобочках. То есть June это июнь по-английски, а пожар в июле, ну вы поняли. Я просто объяснил для тех, кто не разумеет. You know what my favorite thing to do is? Купаться голый? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. Один раз я также пиво привязал с друзьями, короче, две баклажки, одна из них уплыла, и один мой знакомый, несмотря на то, что это было отвратительно грязное вообще озеро, ну пруд, наверное, не озеро, пруд, отвратительно грязный пруд, наполовину заросший тиной, блин, он нырял туда и пытался эту баклажку поймать, но ни хрена не получилось, она уплыла навсегда.
nice like tonight when it is so disgustingly hot. I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Блин, вот когда мне по телефону звонят, я... Звонят, извиняюсь. Я также отключаю голову, как и в этой игре. Are you looking at the fire? No, I'm not. You should. Let me know when you are. Так мне смотреть, что ли? Реально, на пожар надо? Ну ладно. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Женщина, это похоже на ссаный вулкан. Нам надо что-то делать, по-моему. Yeah. Тут не так далеко до меня, в конце концов. Я рада, что ты здесь, окей. Я напоминаю ей, наверное, Хавьера. Не знаю. Блин, чего ей во мне нравится? Я сожрал чужую еду даже. Я просто жирный ублюдок. Мэдисон заклеил еще одну шкуру. Я даже не старался, это все моя аура сексуального маньяка. Сексуальной машины. Надеюсь, она не выглядит как толстуха из фильма «Любовь зла» с Джеком Блэком. Буду думать о Джиллиан Андерсон. Что мы могли бы? Что? Малыши, заткните уши. Блин, чё он там рассказывал? Я вожу своими огромными грязными когтями по твоему животу. It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Well, maybe you shouldn't have taken so much of it then. Хватит меня шпынять, один раз взял. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Медведи? Проблемный медведь. Не-не-не, спасибо. Я лучше половлю просто. Знаете ли, рыбку. Хотя я не люблю рыбалку. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Кстати, интересно, человек, которого съел медведь и высрал его, хоронит в гробу в виде говна? Чат, как вы считаете? Чат, у вас должно быть мнение. Я, кстати, когда еще в первый раз увидел это место, я хотел сказать, что оно очень напоминало мне то, в котором я в детстве с дедом рыбачил. Мы также шли через какие-то кусты, спускались к низу. Но я был совсем малой. Мне было лет 6, наверное. Но там не было так красиво, потому что это Америка, а мы были в России. Ты бы кремировал это говно, это еще тупее. Представь, что говно медведи сжигают и развеивают. Это тупо, наверное. Не знаю. Как бы пыль из говна, она вряд ли... Да бля, муха! Знаете, я херовый рыбак, надо было сразу об этом сказать. Не. Блин. Где она? Ну ладно. Так, ну в жизни это примерно так же выглядело. Ладно, anyway, мне надо было найти медвежьи следы у озера. Пойдем искать. Это же озеро, правильно? Ну, во всяком случае, мне кажется, что да. Планшет. Мог ли медведь оставить планшет? Кстати, про лесбиянок, я, насколько понимаю, все забили уже. Да...
There's something strange going on. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Это сестра моей жены. Hold on, something's out here. Записывает, чтобы передать ей в больничку все это дерьмо. I'm worried. Ты волнуешься, я чуть не обосрался, когда нашел это. Рация. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Больно. Больно. Больненько. Мне кажется, это был медведь. Ему не понравилось, что я взял его рацию. I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on? Так, это либо Хавьер, либо бывший ее любовник, такой же лесничий, который ушел в лес, чтобы не слушать ее болтовни. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before us cold cut. Все, понял, меня избили за то, что я еду стащил. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Wapiti Station. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Не-не-не-не-не. Я знаю, что я видел. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. Мне также не верили, что официант в Беларуси меня ударил. I feel fine. Okay, I'm sorry, I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were, so what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. Нам нужно уйти, игра закончится тогда. Ладно, я разберусь. Я разберусь, я буду героем. Раньше я был трусом. Но самое время проявить себя мужчиной. In the middle of nowhere with literally no escape from whatever or whoever is out there. Well, I meant like kill anybody. You got it, boss. Забавно, камни лежат. Так, погнали, погнали. Я должен разобраться во всем этом. Все, что я делал, это жрал чужую еду и нюхал трусы лесбиянок. Пора показать, что я мужик. Whoa, Delilah, there's a big chain link fence between me and the meadow. I don't think I can get past it. A fence? Yeah. Я помню, на платном пляже в Анапе был забор, но мы нашли дырку. Off in both directions, acres. What the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it. Перебраться через забор? Ща чихну. Ой, господи. Я бы переб... Стоп, я прям тут бы перебрался, блин, и все. Перелезть тут, блин, тут легко довольно. And the gate is locked up, obviously. Obviously. I'll see if I can break in somehow. All right. Be careful. Как-то я сразу понял, что нужно сделать. Ты что, совсем дрищ, что ли? Ты не смог? Еще камень. Давай. Ну, не сдавайся, надо долго лупить же, ну очевидно, сразу не получится, нельзя так быстро сдаться. Не могу попасть внутрь.
I don't know how long I can dick around out here until someone notices. Да любой школьник бы перелез. Ты посмотри, какое дерево удобное. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. О, тропа. Найти место контролируемого выгорания к югу от реки Руби. Ё-моё. На юг вниз. Не, не хочу. Далеко. Надеюсь, что меня опять кто-нибудь вырубит. По пути назад. Впрочем, мне кажется, я не исследовал все возможные варианты. Может быть, я смог бы как-то перелезть и все-таки сэкономить время. Вдруг это вариативная игра. Ну, погнали к лагерю. Мужик, давай, давай. Не так это и тяжело, наверное. Ты же тренируешься здесь одинокими ночами. Я уверен. Так, лучше здесь прям налево повернуть. Пока, конечно, игра довольно прикольная. Мне, во всяком случае, интересно, чем все кончится. Этого не отнять. Я надеюсь, что есть люди, которые смотрят прохождение, еще не играв или не смотрев другие прохождения, я думаю, что они тоже заинтригованы. И они такие: боже, этот чувак, он худший. Почему? Почему мы не смотрим Black Silver? Он бы уже давно прошел. Так. На всякий случай. Впрочем, я мог бы вдоль... А, нет, там пролезть нельзя. Окей. Я понял, куда мне. Я справлюсь. Загадочная музыка, которая заставляет меня подумать. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Который заставляет задуматься, правильно ли я доставил жену в больницу в очередной раз. Стоило ли это делать, или может быть... Может быть... Если у нее есть родственники в Австралии, следовало отправить ее в Австралию. В конце концов, в Австралии хороший климат. Сомневаюсь, что хороший климат помогает в борьбе с Альцгеймером, но она бы хотя бы могла прыгать вместе с кенгуру. Я уверен, что это, например, то, чем любит развлекаться Мухаммед Али. У него тоже Альцгеймер. Какая болезнь у Майкла Джей Фокса из «Назад в будущее»? Напомните мне, у него синдром Дауна или что? Я просто забыл. Или тоже какой-то Альцгеймер. Было бы интересно узнать. Он выглядит вполне адекватным. Трясется, правда, весь. Но, по-моему, он до сих пор помнит, что он Марти Макфлай, судя по шоу, которое я видел по телевизору. Есть ли смысл покупать игру? Ну, тогда лучше не смотри этот стрим, потому что... А, Мельбурн это и есть Австралия, она у родных. Но я вроде ее в клинику отдавал. Ее забрали в Мельбурн, я забыл просто. Я слышал, что Сьюзи прилетала, приезжала. Как она мне тогда звонит сюда? Я вроде ее не забирали или забирали. Ну, maybe, maybe. Я, наверное, пропустил этот момент. Блин, ну тогда все нормально, хрен с ней. Может, и я когда-нибудь доберусь до Мельбурна. Если захочу видеть больного Альцгеймером человека, который когда-то был мне близок. А, у него Паркинсон, точняк, точняк. Блин, вот надавали фамилии каких-то болезням, хрен поймешь.
Да, человек, который, наверное, становится вампиром, у него, наверное, будет болезнь Паттисона. Блин, из меня шутник, как из говна пуля. Лучше заканчивать с этими панчлайнами. Так, и еще раз перейти ручей. Так, не понял. А, все верно. Это у героя твоего был сон, а он звонил дела или бормотал, что... А, да, наш говорил, точняк, я просто не понял. Но я сразу подумал, что был сон. Да-да-да, наш сказал, она... Я неправильно понял этот диалог. Окей. То есть, это тогда, когда мы говорили ночью, это реально была Дилайла, и потом она на следующий день говорила про это, да-да-да-да-да. Я, как всегда, все перепутал. Место контролируемого угорания. К югу от реки Руб. Я здесь, я на месте. Ну это, кстати, хорошо на самом деле, что это был сон, потому что оплачивать эти звонки из Австралии, знаете ли. Как я уже сказал. Не слишком приятное занятие. Возможно, контора платит, но... Я точно? Я же пришел к треугольнику. Что не так? Надо подумать. Но я, кстати, никаких следов выгорания не вижу вообще. И все это выглядит как тупик. Давайте оббежим. Я неправильно их понял опять, что ли? Самое время для подсказки, гайс. Самое время. Я пришел не туда, мне нужно какое-то другое место. Или мне нужно что-то нажать. Так. Место контролируемого выгорания. Ну, треугольник на карте, все правильно. Правый нижний угол, говорят, нужно. Блин, тут два треугольника, согласен. Я пришел на юг-запад, она же говорила на юго-восток. Забаньте Крэнки Молли. Он меня так расстроил тем, что я пришел не в ту сторону карты. Это пилить еще и пилить. Забаньте его навсегда. Навсегда. Ну почему это не этот? Блять. Не хочу туда идти. Я слишком долго шел сюда. Почему никто не... Забаньте его. Спасибо. Здесь есть fast travel? Пиздец. Тут же еще нет... Тут все через ссаные эти коридоры. Так долго. Ладно, погнали. Выбора нет все равно. Мы забанили женщину? Насрать.
Женщина наверняка с честью воспримет свой бан, скажет, а. Он был прав. Я всего лишь хотел помочь. Но она нарушила другое правило, понимаете? Она передала информацию от нон-сабов. Это худший грех. Потому что если бы она написала тебе в правый угол, я бы вообще не запарился, как бы. Я бы ей спасибо сказал, но она говорят нужно в правый угол. Поэтому, понимаете, как бы, это две разных вещи. Мне не нужен... Не нужна Вупи Голдберг, которая разговаривает с нон-сабами и передает мне их измышления. Мне нужна подсказка. Здорово, Декстер. Привет, привет. К сожалению, не будет картинки о том, что ты подписался, но я благодарен тебе. Так, потом направо до моей базы и вниз, и налево. Я бы уже был там, если бы был внимательнее. Юго-запад, юго-восток, северо-восток, северо-юг, северо-запад, блин. Столько мест на Земле, ну, типа, как это называется, сторон света или типа того. И не мудрено запутаться. Это вообще все не нужно. Она могла просто сказать левый, правый, нижний угол карты. Я рад за них. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Донатов вообще нет, я все отключил. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Я из тех стримеров, которые стримят за идею, а не за донаты и подписки. Мне не нужны деньги. Мне нужна любовь. Прямо. Смогу ли я пролезть здесь? Что-то у меня живот начинает бурчать. Скоро, наверное, паузу придется сделать минут на 15. Такое ощущение, что это я украл все припасы. Слушай, я, если честно, подозреваю, что полицию... Давай вызовем полицию. Хотя бы. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Почему бегать с картой нельзя в руках? Такое недопущение. Я в стиме напишу отзыв. Он будет составлять и состоять из одной фразы. Нельзя бегать с картой в руках. Как мне игра? Пока очень круто. 10 из 10, я бы сказал, в этом году-то лучше ничего не выходило в любом случае. Как вам новость о том, что Quantum Break выйдет на ПК и теперь на... Xbox вообще нет эксклюзивов. В новости, в комментариях к этой новости, в паблике Кобра, какой-то дебил писал на тему того, что и удивлен тем, сколько ПК, типа, пекарей в комментах, потому что неужели кто-то еще покупает эти огромные шумящие ящики, имея в виду ПК, ну... Я просто не знаю, мне этого дебила захотелось привести к себе домой просто, включить PlayStation и свой компьютер. И сказать ему, что из этого огромный шумящий ящик. Чувак. Что из этого? Чтобы он посмотрел мне в глаза и сказал, что мой компьютер шумит и по размеру намного больше, чем эта ссаная плойка, огромная черная коробка, которая трещит, как будто тебя в уши долбят пылесосом. Пока Master Race, ребят. Это очевидно.
Только здесь я могу играть в Firewatch с 15 FPS-ами. На стриме. Без регистрации, смс. Не заплатив за игру 6000 рублей. Именно здесь закончил свой путь известный телеведущий Сергей Суп... Нет, это слишком. Это слишком. There's some old snowmobiles out here. Это перебор, а не шутка. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Он похож, как будто там действительно какие-то свиньи купались. Надеюсь, в нем нет свиного гриппа. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den. Or, you know, anywhere. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Чё он сказал? Найти пожарных в старом лагере скаутов. Блин. Чего он сказал найдет? Ребят, в чате скажите мне, пожалуйста. Я тянулся как кот наверх, и я прослушал, что мне нужно найти. Все, отлично. Я не буду говорить ей о том, что я снова рисковал как герой. Если я разобьюсь, пусть она узнает об этом первым. Первый. Хей! Лагерь пожарных. Ну что, ребят, на лагере пожарных пауза. Тем, кто пойдет спать, я желаю спокойной ночи. Сам... Сам я оставляю вас. Вот и Donation Alerts заработали, кстати. Здорово. Спасибо, имя, за 50 рублей. Ладно, ребят, я, короче, отойду минут на 10-15. У меня прям живот бурлит ужасно, поэтому... Стример Шикарин, спасибо за 250 тысяч рублей. Покажи сердечко и скажи мур-мур-мур. Пожалуйста, мур-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 
я очень мало прошел. Мне кажется, впереди еще часов 5-6, поэтому настраивайтесь. Виджелинка, я не пойду на зубу, извини. Го на зубу, мед. Нафиг тебе этот твич. But there's nobody else I want by my side, standing with me to take this fight through the rise and fall. Парни, в первый раз вижу, чтобы канал Monster Cat лежал. Я серьезно. То есть, я не знаю, я хочу поставить бесплатную музыку, но чтобы воды на Твиче не банили. Но Monster Cat не работает. Это, блин, очень странно. Окей, поставлю запись с Monster Cat'а.
love you. I hate you. I love you. I hate you. You. I love you. Hate you. You. Love you. Love you. Love you. Hate you. Love you. Hate you. Love you. Hate. 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 If you leave, I will. Better yet, I will kill you. Kill you. Kill you. Kill you. Привет, ребята, продолжаем. Сейчас, секундочку.
Да, там я пиццу еще заказал, в какой-то момент она приедет, и я буду есть и играть одновременно. Такое тоже случается на моих стримах, я надеюсь, никто не обидится. В общем, надеюсь, что впереди, ну, часа три, не больше, потому что очень хотелось American Truck заценить все-таки сегодня. Так, а почему так громко стало? Я вроде ничего не менял. Ну ладно. Нил 1337, спасибо за подписку. Я решил оставить на заднем плане без звука, как советовал мне забаненный подписчик, но если я не буду замечать, то сори, все-таки игра такая, знаете, не позволяющая много отвлекаться. Ну, первые стримы очень тяжело будут идти в плане подписок, потому что иначе, ну, типа, очень много спама именно подписок будет. Это такое, это такое. Так, а чего я... Найти пожарных. Тут, по-моему, вообще ничего нет на самом деле, но... Окей. Блин, зря я все-таки включил, сразу ум сна отстал и поперли. Ну ладно. Так, лопатку точно берем. Фу, тихо, убрать. Ой, нет. Блин. Сейчас, погоди. Как ее выкинуть-то? Жуть какая. Говнолопата. Так, служебная записка. Dying Light DLC не будет. Говно полное. Это даже не перевели. Что происходит? My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about. What are they researching? Прости, Виджилинк, я после стрима верну тебе эти деньги. I mean, you and I aren't very interesting. Может быть, они исследуют рогатых ящериц? I'm just messing around. Somebody is obviously up to something. I'm freaking out here. At least we know there is something real happening behind that fence. I think that we should consider that maybe this is all just a coincidence, but... Блин, я чувствую себя в таком прикольном, в такой прикольной детской книжке. Просто героям по 30 лет, но все эти приключения такие на природе. Загадочные исследователи. За забором заманили. Пожарных. И следят за нами. Прекрасно. Я разжился топором. Теперь мне есть чем ответить этим ублюдкам. Когда они нападут. А они нападут. Просто на всякий случай. Проверим, как топор работает. Возможно, это, кстати, шорткат. Хотя, ну, по карте так не скажешь, но вдруг здесь есть что-нибудь. Я теперь, кстати, и в пещеру могу в ту залезть. Помните пещеру? Так, ну здесь нигде не спуститься, похоже. Да. Хотя по дереву, возможно.
Нет, вообще нигде никак. Пойдем назад тем же путем. Игра очень напоминает Rust. Чувак, с таким же успехом ты мог бы написать, что она тебе Риддика напоминает. Я порой не понимаю людей, которые придумывают сравнение для игры. Она вообще не похожа на Rust ничем, кроме, ну, тем, что она на Unity, движок чем-то похож. Ну, мне кажется, она на Unity, хотя не факт. Я только что бежал мимо костра и... Ну, ладно. Вернуться на луг, валите направо, налево, наверх. Окей. Блин, чё ему напоминает Rust? Я просто не знаю. Тут даже ни одного писюна нет. Нету, я не знаю. Ни хрена нету тут. Чёрт, да, мне, наверное, всё-таки там надо было. Ага, ага, нет, всё нормально. Это не онлайновая игра, где надо собирать ресурсы и строить дома. Странно, что сказать, что, я не знаю, Лариса Долина похожа на Майкла Джексона, потому что они оба поют. Она решила следить за мной, чтобы увидеть, кто следит за мной. Понятно, понятно. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Господи Иисусе. Мне еще впереди столько всего, я не хочу, чтобы какой-то поехавший другой дозорный меня убил. Мне еще надо ноги побрить, в конце концов. Писюн был? Да, согласен. Я тоже подумал об этом, когда говорил, что его не было. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Ты че такая веселая-то? Только что грустили и переживали. Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Висят, висят. All right. You know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Дерево какое? No. You don't need to tell me. Just internalize it. It's a great tree. And there's an area called... Что она несет? That tree's name in your sector that... Maybe you should take a midday hike. Да-да-да, я понял, это закодированное сообщение. Мне стоит сходить. Какой ряд она сказала? Тополиному ручью. Хорошо, что мне написали. Да-да-да-да-да. Какая умная женщина, а? Вот бы мне такую. Ну, в смысле, моя-то еще ум. Пожар еще горит. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Блин, тополиный ручей. Тополиный ручей. Supply drop.
тополиный ручей. Тополиный ручей. Тополиный ручей. Тополиный ручей. Тополиный ручей. Что из этого тополиный ручей, чуваки? Куда мне надо идти? Я не понял. Я не вижу ничего, что подписано как тополиный ручей, или просто не хочу видеть. Коттонвуд Крик. Понял, да, да, согласен. Отлично, отлично, спасибо. Так. Юга. Восточнее. Отсюда, это туда. Я помню, что в школе, где-то в классе в третьем, нам сказали принести на один из уроков компас. И, ну, еще всякое дерьмо мы носили тогда. Счеты зачем-то были даже маленькие такие. Нас реально обучали в школе счетом. Сейчас, наверное, убрали этот бред маразматический. Но если счеты родители мне дали какие-то ссаные, то... компас, сказали, что у нас нет компаса, и мы не будем его покупать, потому что, типа, это на один урок стопудово. И реально, на одном уроке нас учили пользоваться на какой-то хрен компасом. Как будто, если бы ребенок заблудился, у него оказался бы компас, и он по этому пути бы с помощью компаса нашел путь домой. В общем, многие школьники, мои одноклассники, купили все эти ссаные компасы, и они, какое чудо, действительно оказались нужны только на один урок. А мне на деньги с компаса купили... киндер-сюрпризы внутри. Угадайте, что было игрушкой. Игрушечный компас, который не работал. Там была просто круг, и на него можно было наклеить стороны света. С тех пор я не могу ориентироваться в играх. Кекс прошел ни разу вообще в эту карту, не посмотрев. Так, мне на вас... на восток. Картошка после ядерной войны с Турцией. Нужны будут счеты, калькуляторов не будет. Я попрошу своих подписчиков. А потом забаню. Хотя отвеча, наверное, тоже не будет после ядерной войны с Турцией. Но я все-таки надеюсь на лучшее, что все ограничится ядерной войной с Латвией. Это будет короткая война, у Латвии нет ядерного оружия, наверное. Если не считать их вонючее пиво ядерным оружием, потому что мне один раз баба из Бабдрайва, девушки из Бабдрайва, женщины, ведущие Бабдрайва мне один раз прислали латвийское пиво, и я бы его сравнил по уровню убогости с нашим отечественным яр-пивом каким-нибудь. Я у ручья. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. Вижу, вижу, вижу. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. 5, 6, 7, 8. Давайте перерисуем себе еще одну тропинку. Так, новая рация. 3 слепые крысы. Новая рация. Ну, слушайте, она умна, потому что теперь мы можем переговариваться, и за нами не будут следить. У нас в Латвии отличное пиво. Они, походу, самое дерьмовое прислали. Может быть, но я поверил. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger,
And hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Я туда и собирался идти. Ты с ними заодно, ты в порядке? Are you okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. Может, я с ума сошел? Just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? Это у меня болезнь, а не у моей жены. Я понял, к чему они ведут. What? Are you serious? Я сейчас лежу в этом. Just, maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. Maybe it's happening to me and... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я согласен. Он озвучивает мои мысли. А может, я и в реальной жизни сейчас в той же ситуации. You, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even... Какого хрена они реально озвучивают мою версию как основную? Это очень крипово. Henry, sweetie, I am real, and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Блин, ну графоний говорит мне о том, что это могут быть галлюцинации. I'm on your side. Господи Иисусе. Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Может, ты лежишь без сна? Точно, может быть, и зрители не настоящие. Чуваки, все очень страшно в этой игре. Мне не хочется больше не играть. Давайте играть во что-нибудь доброе. В DuckTales. Так, вернуться на луг Вапити. Давайте посмотрим кратчайший путь до Вапити. Вверх по ручью. Мэтт стримит на зубы. Да-да, ты на зубе сейчас, разве не видишь? Тотали о зубу. Тотали. Батл Тотс. Нет, сам играю в Батл Тотс, мне свой пердак жалко. Я представляю, какая истерика у людей, которым на РКГ Батл Тотс выпадает. Только на это может уйти неделя. Блин, тут нарисовано, что есть дорога, но я не вижу ее в упор. Я хочу шорткат. Спасибо за подписки, ребят. Я в конце обязательно перечислю всех, кто подписался. Обласкаю вас самыми приятными словами, которые найду. Но если я вас еще не забанил, конечно. Или это... А, это, наверное... Я не понимаю. Мне нужен грибобас, чтобы понять... А, там, видимо, можно вырубить что-то будет сейчас. И пройти. Через вот этот тут бурелом, или как это называется. Все-все-все. Да. Даже вырубать не пришлось. Блядская игра, пойду обратно тем же путем, которым пришел. Не могу ничего понять. Так, через эту Mule Point.